Очистка городских территорий от снега и уборка мусора стали объектом внимания главы города во время очередного еженедельного обхода. Подробности у Екатерины Дятловской. О том, что мусорные контейнеры сейчас переполняются очень редко, Евгению Смышляеву во время еженедельного обхода рассказали ребята из 7-й школы, которые решили присоединиться к проверяющим. Глава города также убедился в том, что мусор из серых контейнеров вывозится регулярно, а на площадках начали появляться информационные таблички с графиком вывоза отходов. Вместе с представителями управляющих компаний, дорожных служб и ответственных за благоустройство Евгений Смышляев в микрорайонах Букино и Депо осмотрел дворы, дороги, проходы между объектами социальной сферы и многоквартирными домами, оценил качество уборки снега на придомовых территориях. Глава города отметил, что основная часть снегоуборочных работ выполнена. Расчищены автодороги, основные пешеходные зоны, проходы к подъездам и тротуары. Снег убирают из козырьков подъездов. Но без небольших замечаний не обошлось. Основные замечания связаны с проходами между дворами, между объектами социальной сферы и многоквартирными домами. Где-то заходы на детские площадки. Остались еще не все полностью почищенные. Остались еще в городе нерасчищенные парковки. Убрать наледь парковочного пространства можно только с помощью спецтехники. То есть здесь нужна синхронизация между жителями и управляющей компанией. Важно, чтобы эти места были свободны, чтобы можно было провести там необходимые работы, то есть чтобы не было там припаркованного транспорта. Все недочеты планируется устранить в течение недели. Екатерина Дятловская, Максим Домбровский, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».